Лепшая узнагорода для наставника – поспех его вучняў. Гомельские школьники привезли 3 медали с Международной олимпиады по математике и информатике. Спаборництвы проходили в Казахстане. Город Алматы собрал удельников с 16 краин света. Причем трапить на олимпиаду можно было только по специальным запрошениям. В Беларуси их отримали 2 установы – лицей БДУ и Гомельская гимназия номер 51. Сярод большим 100 человек у своих категориях гомельчане показали одни из лепших выников. Ягор Дубовик привез золотый медаль по математике. Такую же узнагороду по информатике завоевал Федор Коробейников. По этом же предмете бронзовый медаль отримал Улад Масько. Готовился, значит, как к обычной олимпиаде, нарешивал задачи, вот, ну, начиная за несколько месяцев. Ожидания у меня, наверное, были, что, ну, не было цели конкретно взять какую-то медаль, а выступить по своим силам, вот, но все получилось, как я хотел, может быть, выступил даже лучше, чем должно было быть. Олимпиада была достаточно высокого уровня, но по сложности все-таки уступает официальной международной олимпиаде. Предметы информатики и олимпиады по ней колоссально различаются. И почти все, что у нас на олимпиадах, преподают уже потом в вузах. А олимпиада, ну, по информатике мне нравится, потому что она самая честная, потому что у нас фактически нет человеческого фактора в судействе, то есть решения всех участников тестируются одинаково на компьютере, и человек не может внести свой вклад субъективный.